Здравствуйте, мои дорогие девочки. Сегодня я обращаюсь только к вам. Поздравляю вас с нашим весенним праздником, женским днем 8 марта. Красиво я говорить не умею, поэтому я вам просто прочитаю стихи. Примите поздравления с женским днем. Пусть дарит он весны очарование. Пусть согревает светом и теплом родной руки восторженным касанием. Пусть в жизни ждут красивые слова и бесконечные прекрасные признания, чтоб лишь от них кружилась голова, глаза, чтоб счастьем радостно сияли. Пусть будет только солнце, только смех, приятные особые моменты, что озаряют нашей жизни век. Мужчины все пусть дарят комплименты. Пусть полной чашей мира будет дом, гармония, уют, покой, достаток. И чтоб всегда был слышен ярко в нем веселый детский смех и топот пяток. Пусть все осуществляются мечты. Любовь пусть верной спутницей шагает. Живите вечно в мире красоты. И пусть весна в судьбе вашей сияет. Девочки, я вам желаю только самого хорошего. Будьте здоровы, счастливы и берегите себя, пожалуйста. Я вас люблю и обнимаю, мои дорогие.